В минувшие выходные делегация Казанского федерального университета во главе с ректором Ильшатом Гафуровым прибыла в Японию для участия в международном симпозиуме «Новое видение университета в глобализированном обществе», продвигая сотрудничество между Россией, Казахстаном, Узбекистаном, Белоруссией и Японией. Ильшат Гафуров подчеркнул важность объединения научно-образовательного потенциала этих стран, который будет способствовать инновационному развитию и повышению конкурентоспособности человеческого капитала. Одной из основных задач КФУ на протяжении вот уже многих лет является развитие стратегического партнерства и сетевого взаимодействия с ведущими университетами, научными центрами и организациями Европы, США, Юго-Восточной и Восточной Азии и Ближнего Востока. А с научно-образовательными центрами Японии Казанский университет связывает многолетние взаимовыгодные отношения. Стратегическим партнером КФУ является исследовательский институт РИКЕН, один из ведущих научных центров Японии, проводящий исследования в широком диапазоне – физика, химия, биология, медицинские исследования, инженерия и компьютерная техника. Президент РИКЕН, нобелевский лауреат профессор Риоджино Йори, является почетным доктором Казанского университета и членом Международного академического совета КФУ.